Всем привет! Сегодня я покажу вам новый утюг, который работает на всех серверах и проектах, где установлен TomCraft версии 4.2.3.5 и аддон для него Tomic Energy Sticks. И для того, чтобы начать дюпать, вам нужно изучить и скрафтить кодер шаблона дистилляции. Делается он очень просто. Теперь делаем такой механизм, какой я сейчас строю. Ближе к концу видео я покажу вам, как его можно усовершенствовать. Далее берем вещь, которую хотим сдюпать, например, пробужденную ихориевую кирку, и помещаем ее в шаблон дистилляции правой кнопкой мыши. Теперь ждем, когда наша вещь пропадет с ячейки. Как только она пропала, можем закрыть окно и смотреть, как перемещается по трубам наша сдюпанная вещь в сундук. Вот и весь дюп. Спасибо за просмотр. А если я тебе помог и ты смог дюпнуть, то, пожалуйста, поставь лайк. Всем пока-пока.